Вокруг авиабазы морской пехоты США на Окинаве образовалась живая цепь. Более 15 тысяч человек протестуют против американского военного присутствия на острове. О возможности переноса базы сообщил премьер-министр Японии Юкио Хатаяма. В своих предвыборных выступлениях он обещал убрать базу с территории префектуры. Сейчас у него другая точка зрения. Хатаяма заявляет, что присутствие морских пехотинцев способствует усилению безопасности. Протестующие уверены, что это нарушение обещаний. Если мы получим эту базу назад, она не исчезнет. Независимо от того, сколько мы говорим об этом, что мы хотим, нас не слышат. Даже новое правительство нас не слышит. Я очень возмущена. Мы не хотим, чтобы базу перемещали из одного места в другое. Мы хотим, чтобы ее убрали совсем. Многочисленные демонстрации прошли здесь в начале месяца. Сразу после объявления Хатаямы о намерении сохранить, по крайней мере, часть базы на острове. Основная часть военных баз США в Японии сконцентрирована на Окинаве. Количество иностранных военнослужащих здесь достигает 47 тысяч человек. В обществе складывается мнение, что Хатаяма не справляется с проблемой. Это подрывает его популярность накануне выборов в Верхнюю палату.